Всем приветики. Я хотел бы вам кое-что показать. Именно, почему не стоит бояться заказывать посылки из Китая, пока там идет болезнь, как бы коронавирус. То есть все, ну, многие боятся, но не стоит. Почему? Дело в том, что когда вам отправляют посылку, все боятся, что вот, допустим, отправляет вам китаец посылку, да? А вдруг он заражен? То есть, допустим, он какой-то там такой, у него там какое-то такое заражение, да? И вот он отправляет вам посылку. И, допустим, я не знаю, обчихает там на нее. И в ней там поселяется вот этот вот вирус, потому что микробы попали и все такое. А дальше он типа отправляет посылку вам, ложит ее в самолет. И самолет летит и привозит ее к вам, эту посылку по логике, да? Вы забираете ее с самолета, забираете посылку с самолета с вирусом, и все. Вот он, вы забираете, и вирус оттуда такой прыгает на вас. И заражает вас тоже вирусом, и вас уже все нету. Не, на самом деле это не так. Потому что вирус не живет так долго. То есть даже если вам отправят посылку, даже если тот же китаец, который вам будет отправлять эту посылку, заразит ее и отправит вам ее зараженную, да? То есть вот она посылка, допустим, и как мы уже видели, он там чихнул на нее, да, заразил ее. И в итоге у вас есть посылка с заразой. Типа там вирус сидит в этой посылке. Сидит. Каким-то образом он туда попал. То дело в том, что этот вирус живет несколько часов. Часов. Но не дней, а пока посылка будет до вас добираться, то пройдет явно, явно не часы, а пройдут дни, недели и, может быть, даже месяцы. А за это время вирус, который там сидел в этой посылке, он просто погибнет, потому что его срок жизни этого вируса, да, который живет, бактерия, она живет вне организма несколько часов. То есть она может сохранять свою жизнедеятельность, если вне живого организма несколько часов. А если проходит уже не часы, а проходят дни, то тогда бактерия это просто погибает, потому что она просто столько не выживет. У нее время ее жизни ограничивается часами. Так что не переживайте, те посылки, которые вы заказываете, да, они, которые доходят до вас, посылки, они в итоге, даже если там что-то и было по какой-то причине, то к тому моменту, пока вы ее получите, она будет просто чистенькая. Даже если лечиться, к этому с вами ничего не будет. Вы просто получите ее и будете довольны. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покидал.